В Алматинской области сегодня массово уничтожали технику, косметику, одежду и игрушки. Все из-за того, что они оказались поддельными. Общая стоимость контрафакта превысила 9 миллионов тенге. Чиновники говорят, в основном подделывают иностранные товары. Больше всего среди них моющих средств. Но есть и умельцы, которые готовы создать нелегальную копию нашей продукции. Отличить ее от оригинала можно по логотипу, размеру упаковки и, в первую очередь, по качеству. Такие вещи изымают из магазинов и подпольно работающих цехов. Затем все, начиная с игрушек, заканчивая запчастями для автомобилей, измельчают, ломают и разбирают, чтобы в дальнейшем отдать на переработку. За этот год таким образом избавились от 37 тысяч некачественных изделий. Просто отдать их желающим, оказывается, нельзя. Такие игрушки могут быть очень вредны для здоровья маленьких детей. Они сделаны из неизвестного материала, детали очень маленькие, поэтому дети могут их проглотить. Да и само качество игрушек очень низкое.